Друзья, рад вас приветствовать и предлагаю вам рассмотреть сейчас достаточно интересную тему, как получаются не по годам взрослые дети. Это часть первая, будет еще вторая. Так вот, вопрос достаточно интересный, поскольку он о многом заставляет задуматься, пересмотреть некоторые моменты собственного воспитания и вообще понять, как же, ну как так получается, где я совершаю ошибки, где я делаю определенные действия, которые наоборот не дают моему ребенку стать более взрослым. А ситуация-то достаточно распространенная. Это очень частый запрос в той или иной форме. Не хочет учиться, безответственно относится к своему будущему. Что там еще? То есть не самостоятелен, нельзя на ребенка положиться. В общем, множество тех проблем, с которыми сталкиваются родители. Эту тему мы уже рассматривали, как родители воспитывают инфантильных, беспомощных детей. Сейчас мы к этой же теме зайдем с другой стороны. А как так получается, что вдруг вырастают без какого-то педагогического плана, без целеполагания, то есть никто не хотел, никто не предполагал воспитывать не по годам взрослого ребенка, но так вот получилось, что он воспитался, такой вот получился и поражает всех близких разумностью своих решений, суждений, поступков, ну, то есть взрослостью, взвешенностью. Как так получается? И первый вариант. Иногда так получается, что ребенок вынужден очень много времени проводить с взрослыми. Ну, с теми или иными взрослыми, которым ну, не очень интересно общаться на детскую тему, на детские темы, которые вот отказываются подстраиваться под ребенка, общаться по поводу мультиков, нет, они не будут, по поводу того, там у детей что-то происходит, они не будут, им это не интересно. Частенько такую позицию занимают отцы. То есть, ну, вот это пусть воспитанием занимается мать, а мне не интересно. То есть, но ребенок очень много проводит времени, в нашем примере давайте будет отец, много проводит времени, и все вопросы, все разговоры, все темы, которые он сам поднимает, в глазах родителя он видит скуку. Такой, ну, мне это не интересно. И понятно, что да, ребенок готов там папке рассказывать все, что угодно, несмотря на выражение его лица, но все равно он считывает этот момент. Но в то же время, как только поднимаются вопросы, которые интересны отцу, особенно если он любит что-то рассказывать, там рассказывать какие-то истории, рассказывать какие-то там байки, случаи с работы, как пересказывать интересную литературу, то, что происходит в мире. Вот есть люди, которым так нравится. Что-то вот такое вещать, рассказывать, так, просветительская деятельность, даже если всего есть один слушатель. И получается несознательная подстройка друг под друга. То есть ребенок видит, какие темы интересны отцу, и чтобы поддержать разговор, чтобы ну, немножко выслужиться, выглядеть в глазах папки молодцом, выглядеть в глазах папки интересным, он поддерживает эти темы, он спрашивает про эти темы, он интересуется и постепенно начинает в них вникать, все больше и больше понимать, все больше спектр вопросов может задавать. Отец с удовольствием рассказывает, где-то сам берет инициативу. И таким образом формируется у ребенка достаточно взрослая, взвешенная картина мира. Он учится думать как взрослый, он постоянно получает обратную связь своим суждениям, которые он делает, по крайней мере, с позиции более взрослого, зрелого человека. Поэтому, если вдруг ребенок попадает вот в такие условия, когда есть рядом с ним достаточно эрудированный взрослый, владеющий речью,
желающие вот что-то рассказывать, то вот зачастую, да, вот благодаря такому взаимодействию получаются у нас не по годам взрослые дети. И тут же у нас такой момент, да, что ну, не обязательно вот быть таким человеком. А как зачастую общаются родители со своими детьми? Что-то сделал хорошее — похвалили. Сделал что-то плохое — наругали. Что-то не понимает — объяснили. Спросили, чем ты занимался, он вам рассказал, вы дали какое-то оценочное суждение, все похлопали в ладоши, вот и все общение. Это общение на уровне вот днища, и вот, оно, это даже не назвать никаким общением. То есть у ребенка не развивается толком словарный запас, у него не развивается кругозор, то есть общение идет только вот на уровне той жизни, которой окружен ребенок. А какая у него там жизнь? Детский садик, песочница, конфликты с его сверстниками. На этом все закончилось. Вот эту ошибку многие родители совершают, поэтому в действительности задерживают развитие своих детей, по крайней мере, здесь. Итак, до встречи, до следующего выпуска.